Друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем проходить с вами игру Яга. Итак, наше следующее задание, это, по-моему, сходить и найти золотую кузню. Да, вот и идем по этому заданию. Так, хорошо ли я поел перед дорогой? Его переполненный живот не помешает ему отправиться в путь? Но с полным животом он плохо владеет оружием. Так, это не очень. У него в животе урчит. Мысли о еде снижают силу воли. Что? Так, нет, оружие мы не будем ухудшать, а силу воли, я думаю, можно снизить. Думаю, ничего страшного не случится. Если мы уменьшим силу воли. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Долго грузилось. О, это ледяная у нас территория. Это мы в горах, получается. Так. А с морозком мы справились. По идее, тут охранять больше некому, нечего. Может быть, какой-то новый здесь босс будет. Посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И да, я немножко побегал. Подобывал еще ресурсов. Сходил на территорию. Там с грибами, по-моему, какая-то картиночка. Вот. И там добыл ресурсов, сделал себе новое оружие. Так, Чернобогу. Давайте очистим алтарь. Так, просто был ехидный смех, и мне ничего не дали. В общем, я сделал новое оружие себе. Из золота я сделал себе крюк. И из серебра я сделал себе новый молот. Так, а это что за дерево? Эй, ты! Ты можешь помочь старому дереву, не так ли? Что тебя беспокоит? Что беспокоит меня? Присмотрись к моей коре, мальчик. Я же не само это вырезала. Похоже, что живущий неподалеку отшельник натворил немало всего плохого в прошлом. И теперь пытается найти искупление в порче моего ветхого одеяния. Словно в этом есть какой-то смысл. Так, моя очередь. Да, это глупый ответ. Так, ну давайте что? Что побуждает его делать это, но это понятно, его грехи. Давайте поищем. Очень хорошо, я поищу его. Тем более, если он неподалеку. Образум его, прошу тебя. И неважно, как ты это сделаешь, просто заставь его остановиться. Ага, а он, вот он. Так, это разбойника похож какой-то, с мечом и щитом. Ну, давайте пообщаемся. Убирайся прочь, незнакомец. Оставь меня в покое. Именно этого дерева и хочет от тебя. Так. Я видел много грехов, вырезанных на коре. И я понимаю, что потом их было бы гораздо больше. Тебе не избежать истинного наказания. Так. Оставь дерево в покое. Это тебя не касается, глупец. Теперь оно мое. Тогда я тебе вырежу несколько там татуировочек, короче, блин. Ну, все, довольно-таки быстро справились. Ой, золото у него прям нормально выпало. Ну, это был разбойник, поэтому... Ничего страшного, что мы с ним расправились. Ну, этот разбойник больше не беспокоит тебя. Благодарю тебя, незнакомец. Старей спокойно. Ага. И все, и что, никакой награды не дал ты мне? Зараза. Жадина, говядина. Так, а это что такое? Это волк, раненый волк? Животное зализывает свои раны. Так, давайте
предложим еду. Держи, малыш. Благодаря вам, последние моменты своей жизни волк не голодает и покидает этот мир без... без страданий, в общем. Блин, ну спасли волка, дали еду. Хотя можно было бы осмотреть раны. Может быть, он бы выжил. Ну да ладно. Мы его хотя бы покормили перед смертью, и он сытый умер. Так, это старая печь, давайте поищем, что тут ешь. Ой, отличненько, тут хлебушек и еще что-то было. И золотая руда, золотой самородок. Ой-ой-ой, блин. Так-так, вихри дуют. Я их не могу никак уничтожить. Ну да, не могу. Так, здесь ничего интересного нету. Пойдем по кругу. Ладненько, идем дальше. По этим броди, блин. Блин, эти птицы, их не люблю. Куда ты улетела? Блин, противная птица, это сова. Непонятно, кто это. Ой-ой, хорошо, мы быстро справились. В общем, совы и пауки самые такие противные враги. Не люблю их. Так, медовуха ярости, родниковая вода у нас есть. Что за музон, а? Чё за музон? Прям вообще кайфовый. Так, мы можем сковать. Давайте починим предметы. Если что-то можно починить. Так. Нет, пока я чинить не буду. Все вроде и так более-менее в порядке. Вот когда будет ломаться, тогда и буду чинить. Так, идем дальше. Так, каменная печь. Поискать. Нету ничего в печи, ладненько. Так, тихо-тихо. Ой-ой-ой, сколько врагов много! Опа! Опа! В общем, отстреливаемся молотом, как с пулемета по всем. И продолжаем слушать музыку. Русский фольклор. Так, не достаем. Блин, вот эти вот чуваки накачаны какие-то с глыбами. Надо с ними поаккуратнее. Так. Так, один умер. И второй умер. Так, белемнит опять у нас появился. Отлично, это можно сделать, значит, новое оружие, если что. С какими-то новыми способностями. Так, и да, в молот я вставил коготь. Какой-то редкий, который наносит очень много урона по врагам. И слизь, которая отравляет врагов. Поэтому после полета молота остаются вот такие вот зеленые штучки, следы, капли, да, это просто капли от молота, потому что он отравлен, и он отравляет врагов при попадании. Ой, ты не попал. Так, части тела обязательно нужно все собирать, весь лут нам понадобится. Забывать ничего нельзя. Так, еще одна печка. А, ну это тупик, все, ладненько. Значит, мы ищем. В печи ничего нет, взбираемся и телепортируемся. Так, а что?
короче. Блин, а я забыл, что где стоит. Так, мне нужно на огненное, да? Или какое там? Есть что-нибудь такое? Так, взобраться. Горящий валун, вот. Нужно туда нам. Холодно, холодно, да. Так, и у нас опять какой-то персонаж. Только он почему-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Да блин! Да куда ты летишь? Да что ж ты будешь делать? Так, все, справились. Так, все, 4 удара. 4 удара. Так. Ты у нас кто? Стухач. Мне стыдно быть их братом. Старейшин требует свежего мяса, поэтому они убивают все живое по пути. Когда мои собратья вернутся к старым обычаям. Так, а что непонятненько так? Не знаешь ли ты, где найти золотую наковальню? Да, вход охраняется охраняет старейшина. Он знает, что люди приходят сюда и с удовольствием питается неосторожными прохожими. А сейчас, мои братья, просто орудие старейшины. Я хочу, чтобы мой народ стал лучше. Так, кто такой старейшина? Он самый старый из нас, поэтому мои собратья к нему прислушиваются. Он закован в лед, видит только то, что его окружает, и не хочет знать, что мир изменился. Старейшина постоянно алчет и жаждет, а мой народ либо следует за ним. Я хочу, чтобы мой народ стал лучше. Так. Что я могу сделать для тебя? Я слушаю. Старейшина. Его мой народ избавится. Если мой народ избавится от него, мы сможем вернуться к прежним обычаям. Я против охоты на людей. Нам достаточно животных. Ты пытаешься убить его? Тогда мой народ вернется на правильный путь. А, ты попытаешься убить его? Так. Так. Что насчет платы? Я убил парочку этих дикарей. Как насчет платы? Плата? Не собираюсь платить. Они все же мои братья. Хоть и творили зло. Если ты и так намерен убивать, то я хочу просить тебя о помощи. Избавь нас от тирана, и я продам тебе руду. Даю слово, кузнец. Желаю тебе попутного ветра. В общем, он у нас такой торгашом станет, если я убью его... брата, старейшину. Так, а только где этот братик-то? Я думаю, я с ним легко справлюсь. Так, ну ты... Это не он был, я так понимаю. Но в юге он также вызывает. Так, ну все, справились. Так, теперь вот вниз какая-то звездочка там торчит. Что это у нас? Так, ледышка, с этого надо забрать обязательно. Так, это опять пьяница. Эй, мужик, иди, сделай глоток. У меня еще есть немного. Скажи, а мы раньше не встречались? Может да, а может нет. Какая разница? Давай здорово проведем время. А что ты пьешь? Более крепкой водки ты никогда не пробовал. Даю голову на отсечение. Угу. Блин, а? Ну давайте попробуем, чё? Давайте попробуем. Удачи. Да это же спирт. Твое здоровье. Ой-ой-ой-ой. Короче, нас обрубило. Так, и он мне дал родниковую воду, по-моему. Просто... Где она? Медовуха нет. Вино нет. Так, а где этот предмет-то? А, ну я его выпил. Это была обычная родниковая вода, получается. Ого! Да.
Да что ж ты будешь делать-то? Все меня убить пытаются. Так, монеточки, все части тела, все подбираем. Так, где этот старейшина? О, нора. В нору надо зайти. Так, что тут лежит-то? Серебряная монета, руда, рука призрака и еще что-то. Так, руна. Руна лиха. Ух ты. Интересно, что она там дает. Так, а вот он и старейшина. Так, ну давайте поговорим, пообщаемся. О, коротышка дошел до моего дома. Ага. Скажи-ка, ты же тоже ищешь золотую наковальню? Так. То разрешение, я воспользуюсь ею. Можно поинтересоваться, что ты собираешься ковать? Так, мне велели выковать котлы. Котлы? Странный способ использования волшебной наковальни. А зачем эти котлы нужны тебе? Так. Для Марии Мариевны. Чтобы кормить ее войско, сражающиеся с моим народом никогда. Ух ты. А что ты меня, почему ты меня откинул? Ух ты. Ух ты, ух ты. Ладно, справимся сначала с этим дядькой. Ой-ой-ой, ему он сломался. Да елки-палки. Так, ладненько. Давайте другой. А почему, блин, почему не было знака о том, что молот вот-вот сломается? Вот это интересно. Да что ж такое-то? Ой-ой-ой, что-то слишком сильный был босс. На месте стоял и все, и больше ничего не делал. Ну, ладненько, что тут у него? Глаз тухача, золотая руда, железная руда и медная руда. Ну и части тела и монетки, соответственно. Ну, в общем, ничего особенного не выпало. Так, а здесь я был? Да, я здесь был. Блин, а это молот какой-то интересный. Он когда попадает по кому-то, он мне увеличивает неудачу. Так, это хорошо все. Так, заходим. Волшебный... Золотая наковальня, волшебная наковальня. Я должен поторапливаться. Так, выковать медный, выковать железный, выковать золотой. Выковать оружие. Так, ну давайте золотой. Так, теперь выковать медный. Нам нужно три котла. Так, а теперь давайте оружие выковаем. А, ну тут обычное оружие. Ой. Ну да, обычное оружие здесь делается. Ладно, обычное оружие мы будем потом на своей наковальне делать. Потому что, мне кажется, тут ничего особенного не будет. Обычная наковальня. Так, все, выходим, значит. Выходим и направляемся до Марии. Судьба Ивана зависит от его выбора. Так, чему мы научились за это время? Так, лучше злой рок, чем усталость. Колесо требует меньше выносливости, но повышает злой рок. Я знаю, что я проф плюс один разом. Деньги притягивают деньги. Враги теряют больше денег. А вот это мы возьмем. Так, заберем хлебушек сразу. Так, починить. Я хочу вот этот серп починить, пока он не сломался. Так, вроде все остальное более-менее целое, да? Ну, вот этот, на всякий случай тоже. Хотя... Ладно, пусть будет. Я его одевать не буду. В редких очень случаях, потому что он повышает нам неудачу. Это мне не нравится. Иван seems troubled. Where is he going now? Так, что?
Иван идет до Марии и возвращает котел, котлы. Три штучки я сделал. Скажи мне, дорогой кузнец, как твоя рука? Хочешь ли волшебства для твоего кулака? Так, давайте злой рок сразу устраним. И выходим. Все, спасибо. Я смотрю, ты вернулся. Похоже, ты просто так не сдаешься. Очень хорошо. Покажи мне котлы. Так, золотой котел. Он может принести удачу. Спасибо. Медный котел. Вот, в нем ваши люди очистят свой разум. Благодарю, Иван. И железный котел. Вот, пожалуйста, он сделает ваших людей более сильными. Спасибо, кузнец, это впечатляет. Ты сделал то, что многие сочли бы невозможным. Мне приятно видеть такую решительность. Знай, эти котлы помогут нам. Но я все еще не могу выйти замуж за твоего царя. Так, в смысле, был уговор? Алло! Так. Ты и твой царь, вы просто играете с нами. Я сожалею, правда, очень. Я не хотел навредить тебе. При первой нашей встрече я хотел прогнать тебя прочь. Когда ты вернулся, я подумал, что тебе просто повезло один раз. Поэтому я дала тебе еще более сложное задание, думая, что ты сдашься. Но ты снова здесь. Похоже, ничто не в силах тебя остановить. И все же, я не могу оставить этот лес. Я слишком долго сражалась с Кощеем и преследовала его. И сейчас я не могу остановиться. Он убил всю мою семью и много моих людей. Так. Он убийца. Так, давай я его убью. Я мастер все ломать. А он просто очередная вещь, которую можно сломать. Кузнец, если ты желаешь взяться за еще одно невыполнимое задание, я не буду тебя останавливать. Но сама не буду тебя об этом просить. Если ты решишь найти Кощея, мне бы очень хотелось вернуть корону моего отца. Противно осознавать, что ее носит такая гнилая... Такой, в общем, Кощей. И вот у нас задание. Мы отправляемся на поиски, значит, Кощея. Так. А давайте благословение попросим. Так, колдовство. А, нет, стоп, не это. Тихо. Благословение. Так, вместо вас пострадает ваш кошелек. Судьба благосклонна. За деньги можно купить здоровье. И тело сильное, плюс одно тело. Вот, давайте это. Все, купили еще одно тело. Ну и все, теперь мы отправляемся. У нас появилось новое задание. Задание Кощей. Мы, так, нам нужно победить его и забрать корону для Марии. Но отправимся до Кощея уже в следующей серии.